Добрый день! Компания Balu Industrial Group представляет линейку кондиционеров Balu серии Brava с ультрасовременным дизайном и инновационной технологией 3D Airflow. Отличительной особенностью данной технологии является забор кондиционером теплого воздуха с трех сторон, сверху и по бокам, что позволяет охладить помещение в три раза быстрее по сравнению с остальными сплит-системами. Кондиционеры Balu серии Brava представлены в четырех цветах. Белый, серебристый, золотой и бордовый. А теперь подробнее рассмотрим основные функции и характеристики кондиционера. Интенсивный режим работы турбо. Этот режим используется для максимально быстрого достижения нужной температуры в помещении. При нажатии кнопки кондиционер автоматически увеличивает скорость вращения вентилятора внутреннего блока на максимальные обороты для обеспечения высокой скорости прохождения воздуха через теплообменник. Горячий запуск, ход-старт. Данная функция предусмотрена для обеспечения максимального комфорта пользования. Кондиционер не станет подавать воздух в помещение, пока теплообменник не выйдет на заданную температуру. Режим ночного сна, sleep. При работе в ночном режиме через 4 часа после старта кондиционер автоматически увеличивает, а еще через 4 часа уменьшает заданную температуру. Это необходимо для того, чтобы вы не замерзли во время сна, а утром проснулись в приятной прохладе. Программируемый таймер. Автоматическое включение и отключение по времени в течение 24 часов. Автоматический перезапуск, автореставрт. При отключении сетевого питания кондиционер фиксирует режим, в котором он работал. При возобновлении подачи электропитания кондиционер выходит на режим, который запомнил. Автоматический режим работы Smart. В этом режиме нужно только задать желаемую температуру в диапазоне от 21 до 28 градусов Цельсия. А микропроцессор сам выберет нужный режим работы – обогрев, охлаждение или вентиляция. Экономичность. По параметрам энергоэффективности кондиционер соответствует классу А. Это означает, что он расходует электроэнергии до 30% меньше, чем другие, схожие по параметрам модели. Надежность. Специальные технологии, примененные в кондиционере серии Brava, защищают его от поломок и неисправностей. Функция автодефростинг. В режиме обогрев блок кондиционера может покрываться слоем инея или льда, что приведет к ухудшению теплообмена. Чтобы этого не происходило, система управления кондиционера предотвращает появление наледи. Система самодиагностики и автоматической защиты работает на основе микропроцессорной платы, которая позволяет определить неисправность и отображает ее на панели управления внутреннего блока в виде кода. Обратите внимание, что кондиционеры Balu серии Brava стабильно работают в широком диапазоне напряжения электросети от 142 до 240 вольт, что позволяет эксплуатировать его даже в устаревшем жилом фонде, где отсутствует стабильность напряжения в сети. Забота о здоровье. Этот кондиционер не станет источником болезнетворных бактерий и неприятного запаха. Более того, эффективная система очистки воздуха защищает от большинства имеющихся в воздухе микробов и создает благоприятный микроклимат. Осушение внутреннего блока. Данная функция обеспечивает дополнительную безопасность для пользователя за счет поддержания сухости теплообменника внутреннего блока. На сухом теплообменнике не будут размножаться болезнетворные микробы и плесень, не появится неприятный запах из внутреннего блока. Эффективная система очистки воздуха. Фильтр катехин. Данный фильтр абсорбирует неприятный запах, табачный дым и многие другие. Витамин С. Этот фильтр насыщает воздух помещения витамином С, который повышает сопротивляемость организма к стрессу. А также ионизатор. Ионогенератор – это устройство, расположенное во внутреннем блоке кондиционера. Оно насыщает воздух отрицательно заряженными ионами. Сегодня мы вас познакомили с кондиционером Balu серии Brava. Следите за обзорами. Скоро осень, а значит, мы вас познакомим с широким ассортиментом обогревателей Balu. До новых встреч!